Учреждена медаль за вклад в создание ЕАЭС. Ею будут награждать экспертов, которые внесли огромный вклад в создание экономического союза. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Москве заявила министр по основным направлениям интеграции и макроэкономики ЕЭК Татьяна Воловая. Она отметила, что в процессе подготовки договора с трех стран участвовало очень много экспертов, и работа над документом шла не один год. Поэтому проделанный колоссальный труд не может остаться незамеченным. Высший экономический совет на уровне глав государств учредил медаль за вклад в создание Евразийского экономического союза. Правительство трех стран совместно с Евразийской экономической комиссией разработают эскиз положения медали и эскиз удостоверения к самой медали. Этой медалью будут награждаться по представлению правительств сторон именно вот эксперты, непосредственные участники переговорного процесса. То есть смысл этой медали не просто там, ну знаете, кого-то не, наградить непричастных этой медалью, а вот наградить как раз вот рядовых экспертов, имена, фамилии которых вам неизвестны, но это люди, которые действительно внесли свой огромный вклад в создание Союза.